все-таки в чем сложность игры с «Зенитом»? Уже не первая встреча ваша, да? И легче ли проводить матч, когда уже есть за спиной опыт? Или, в принципе, с «Зенитом» тяжело всегда? Опыт, вы имеете в виду кубковый матч? Предыдущих матчей с «Зенитом», да, кубковый, да. Ну, у меня только опыт вот предыдущего матча, на «Зенитом», в котором мы играли. Поэтому мне сложно ответить на вопрос, что было в прошлом году. Но я думаю, что, по-моему, если мне память не изменяет, по статистике, Ахмат, по-моему, один из самых неудобных соперников «Зенита». Сложности есть перед каждым матчем. Вот, поэтому что-то удается, что-то не удается. Вот, всегда есть какие-то обстоятельства, какие-то вещи, вот, которые нюансы, детали, которые влияют на ход матча. Вот и все. Вот, поэтому считаю, что сегодня, условно говоря, если мы сыграли в ничью, то, наверное, все бы говорили, как хорошо, здорово Ахмат играл и подготовился к игре. Хотя мы на самом деле были неплохо готовы с тактической точки зрения, вот, хотя и допустили, к сожалению, для нас две вот этих ошибки, которые провели гол. Голы, ну, голы такие не детские, но банальные, да, можно сказать, что... Ну, это тактические ошибки, это индивидуальные ошибки тактического характера, вот, поэтому, ну, разберем их. Я думаю, что самое главное продолжать верить в то, что мы делаем, а также готовиться к матчам. Вот. Я думаю, что в каких-то вещах сегодня нужно быть благодарным команде, вот, потому что желание было хорошее, огромное, но чуть-чуть не повезло, но в конце концов мы играли против лучшей команды страны. А после матча долго не выходили? Вы им головомойку устроили? Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтобы на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми! Говорят, прогревание от провалов в памяти помогает. Не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозит, и мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, 1007-8, не меньше. Слушайте, у вас нет какого-то напильника или